Общественный фонд по поддержке детей. С его помощью тысячи маленьких пациентов выздоравливают и возвращаются к привычной здоровой жизни. В ходе благотворительных акций, проводимых в этом году, более 4000 детей прошли углубленное медицинское обследование, а 1800 из них провели высокотехнологичные хирургические операции. Следующий проект – «Орфан Караван». О том, что запланировано в его рамках, узнаем далее. По инициативе Общественного фонда поддержки детей в рамках проекта «Орфан Караван» в детском многопрофильном медицинском центре Ферганской области организованы медицинские осмотры. Запланировано обследование детей с орфанными заболеваниями и повышение квалификации их лечащих врачей. Данный недуг встречается редко, но его лечение – долгий и сложный процесс. Сегодня в нашей стране реализуется государственная программа по оказанию медицинской и социальной помощи детям, страдающим орфанными и другими наследственными и генетическими заболеваниями. Зарубежные генетики и врачи из столицы провели в Ферганской области медицинское обследование 95 детей, у которых был выявлен данный вид заболевания. Их родителям даны необходимые рекомендации. В рамках проекта были организованы мастер-классы для местных специалистов. Я очень рад поработать, перенять опыт врачей Узбекистана, также поделиться. Наша экспедиция «Орфан и караван» при поддержке Министерства здравоохранения Узбекистана сейчас проводит осмотры детей с редкими наследственными заболеваниями, а также с подозрением на наследственные заболевания. И мы будем проводить молекулярно-генетическое исследование для того, чтобы уточнить диагнозы, дать прогнозы развития ребенка, лечения ребенка и дальнейший прогноз деторождения в семье у пациентов, у которых уже есть больные дети. Это будет очень полезно для родителей знать вероятность рождения здорового больного ребенка. Всего в ходе реализации проекта «Орфан Караван» команда врачей провела углубленное медицинское обследование 242 маленьких пациентов. По заключению специалистов, на следующем этапе 160 детей будут реабилитированы, еще 82 пройдут лечение посредством высокотехнологичных операций.